Ванна с морской солью – это профилактика многих заболеваний. Такая процедура укрепляет иммунитет, восстанавливает силы, снимает стресс и в зависимости от состава расслабляет или тонизирует. И поскольку в составе косметической морской соли много активных компонентов, важно все делать правильно. О том, как принимать ванну с солью, рассказывает косметолог-эстетист Мария Ушакова. Правильно принимать ванну – это первое правило, не на сытый желудок и не на голодный желудок. То есть, соответственно, чтобы у нас не было и скачков давления, то есть нужно смотреть, в каком состоянии мы принимаем ванну. В зависимости от этого мы регулируем воду. То есть, если нам нужно немножко снизить давление, то это теплая ванна. Она будет расширять сосуды. Если нам нужно, наоборот, взбодриться вот с утра, это прохладная вода. Ну, не ледяная, а прохладная. Вот, градусов 30. Может быть, чуть-чуть пониже, кому как комфортно. Вот. И это где-то 20-25-30 минут. Отдельно стоит сказать, что морская соль – прекрасное средство для профилактики варикоза. С этой целью рекомендуется принимать ванночки для ног. Нет возможности или желания лежать в ванне, принимать ванну, то мы делаем ванночки для ног. Это благотворно влияет. В принципе, у нас на ногах очень много активных точек, и через стопы также выводятся и все токсины. Плюс улучшается ток лимфы, он идет у нас снизу вверх. То есть расслабляет там, вот, у нас улучшается ток лимфы. И потом, приняв ванночку, если мы еще ножки поднимем березкой вверх, ну кто как может, то будет просто супер эффект. Заботиться о своем здоровье не так сложно и совсем недорого, как это может показаться. Достаточно уделить себе немного времени и внимания. А что касается косметической соли, то этот продукт совсем недорогой и доступный многим.